Красавицы-спортсменки к бою готовы. Во дворце спорта «Видное» прошла последняя игра группового этапа Европы между командами «Спарта НК» и «Пиштанские чайки». Команда соперника к игре подошла очень серьезно. Очень интересная команда, очень хорошо подготовленная, очень сбалансированная словацкая команда. «Спарта НК» уже заняла первое место в группе по количеству набранных баллов. Поэтому особого спортивного интереса эта игра не представляет. Возможно, именно этот факт расслабил наших девчонок. Результат, в принципе, удовлетворительный, но еще есть где прибавить. Болельщики с мнением Анны Валерьевны согласны. Они считают, что, несмотря на победу «Спарта НК» со счетом 63-48, наши спортсменки могли бы показать себя гораздо сильнее. По-моему, еще работать и работать. Реализация слабая. Счет такой небольшой вообще. Интереснее, когда больше забивают. Трехочковых нету вообще. Как считаете, наши девчонки с лучшей стороны сегодня себя показывают? Ну, так себе. Ну, по-любому, мы должны порвать всех. Это же «Спарта».